Тогда солдаты испугались, и весь народ закричал: «Солдатик, будь нашим королем и возьми себе в жены прекрасную принцессу». Принцесса вышла из медного замка и стала королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Три собаки тоже сидели за столом, ели, пили, таращили глазки. И вот и конец нашей сказки. Ну, я вам должна сказать, что у нашего спектакля, нашей сказки, у нашего «Огнива» точно такой же конец. Когда я была маленькой девочкой, я очень любила эту сказку. И вообще я очень люблю, когда наши зрители, приходя к нам, говорят: «А, так это же мы читали! А, так это же мы знаем!» И всегда начинают сравнивать. А это как в сказке или не как в сказке, которую они помнят? На самом деле, конечно, не все так, потому что театр – это особый вид искусства, это не литература, а здесь все-таки живые актеры. Мне очень нравится этот спектакль, потому что, во-первых, когда наши зрители уходят домой, они уносят с собой замечательные совершенно слова. Один за всех и все за, как куда бы вы думали, неправильно, за колбасой. Так говорят наши собаки. Андрей Усачев написал прекрасные стихи. Мы поем песни на эти стихи. Мне очень нравятся песни короля, когда он поет о том, как трудно воспитывать дочку. С этим соглашаются все папы, сидящие в нашем зале. Этот спектакль идет у нас очень давно, и мы очень его любим, и очень трепетно к нему относимся. Мне нравятся прекрасные декорации Маши Рыбасовой, изумительные совершенно актерские работы, прекрасная музыка, которая звучит в этом спектакле, и, конечно же, наш знаменитый живой оркестр под управлением Максима Гудкина. И мне очень нравится финал, когда оркестр поднимается из ямы, и наши зрители видят всех, кто был с ними на протяжении всего спектакля, только скрывался. Зал начинает погружаться в какое-то неистовое счастье. Я на всех спектаклях своих всегда сижу, и прямо передо мной сидела пара, муж с женой, и с ними была девочка, которая там лет 12-11. Они хлопали, хлопали, хлопали в конце спектакля. Девочка побежала на сцену преподносить букет, значит, принцу, и это солдату, и принцессе, и собакам. Она несла огромную охапку цветов, а ее родители, глядя на сцену, посмотрели друг на друга и начали целоваться. Я думаю, что лучшей похвалы и ощущения счастья, которые принесли мы и которые мы приносим этим спектаклем, ну просто проявление такого восторга. Это дорогого стоит.